не успел, тот опоздал. Кто подтянется, тот подтянется. Присоединиться к нашему концерту. К сожалению, в этом сегодня фестиваль в посольствах, поэтому у нас немного, но мы в тельняшках. Как наша первая зрительница. Поэтому, ребята, здравствуйте, добрый вечер. Я очень рада вас всех приветствовать сегодня. И с удовольствием представляю уже своих друзей, наших гостей из России, из города Рыбинска, загадочного, группу Сиблинги. А дальше они расскажут о себе по ходу концерта. Им есть что рассказать. Ребята, дальше. Мы вас любим. Спасибо, Лена. Спасибо всем, кто сегодня здесь собрался. На этот вечер мы вообще здесь, в Голландии, впервые. Кто-то был, наверное, на фестивале и пришел второй раз, да? Ну, можно посмотреть, кто? Руки поднимите. О-о-о! Марина Сивановна. Ну, всем здравствуйте. А точнее, уже добрый вечер. Сегодня для вас выступает группа Сиблинги. Группа из города Рыбинск. Это, если говорить, Ярославская область. Недалеко совсем от Москвы, мы приехали к вам сюда просвещать своей музыкой. Мы пишем исключительно свои песни, свою полностью музыку, аранжировки и прочее. Поэтому прошу любить и жаловать. Спасибо вам. И первая песня называется «Небо в жиле». По пути стало быть идти, покуда
Следующая песня называется «Ульрика». Имя скандинавской девушки, имя интересное. Нам оно понравилось, и родилась песня. Вообще-то мы любители таких северных идей, народов, Скандинавии и всего этого прочего, потому как мы сами русичи, к этому очень близки. Об этом песня.
Спасибо. А следующая песня тоже о русском. Здесь все о русском. Здесь все русские собрались. Большинство. Не все, да? Есть и голландцы. Да? Песня просто свою дочь назвал таким именем, старшую дочь. У меня две. Одну зовут Серафима, а вторую Таисия. И вот когда родилась Серафима, моя старшая дочь, так родилась и песня. Она так и называется, Серафима. Только в
долиной тени, и кто мне ждет ответ. Роза на траве, лак воды чистая, лишь помнит береста. Тот день, когда ушли от севера за море корабли, и всем птицам ветра стал. А тайнику надо небесных гор. Во сне зимы лет стоят твои леса, а будто волосы леса, дреды леса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Спасибо. Ну что еще свое значит? Хорошую песню. Хорошую песню. Тут все хорошо слышно, в зале имею в виду. Всем все. Микрофон не слышно, второй, да? Но это там так специально задумано. Потом будет слышно. Вообще мы здесь уже 8 дней. Это для нас, конечно, такая большая. Мы окунулись. Первый раз мы здесь в Голландии. И вообще как бы у нас опыта мало езды за границей. И с гастролями, с концертами мы как-то все ближе. Украина там. Значит, ездили в Абхазию, ездили там, в Москву, там, в центральный регион. А вот так, что далеко так выехать, это у нас первый раз. Спасибо всем, кто это все для нас сделал, пригласил. Мы очень благодарны. Спасибо. Приезжайте еще. Следующая песня называется «Пастух». Как-то 7 человек в команде. Вот. Пришлось приехать троим. Спасибо. Что ли там, не знаю. Вот. Серьезную музыку надоедает играть, а в чем-то высоком, вечном петь.
Вот, и у нас тоже есть как бы такие вещи, связанные с профессией людей, там, сантехники, там, столевары, вот, все это такое. Вот. И мы как бы делаем такие шуточные альбомы, у нас есть, называется профальбом. Он полностью посвящен этому. Вот и как бы у нас неподалеку от нашего города, через водохранилище, есть такой металлургический комбинат, город Чайповец. И вот ездили мы туда на гастроль, и песня шла на ура, называется она «Ода Столивару». Вот, сейчас мы ее споем. Валя поменяла инструмент, взяла бас. Так как, еще раз напомню, у нас всего лишь трое, приходится работать за семерых. И как получается у нас, не знаю, ну, это вам судить. На горе из руды я увидел такую картину. Там стоял парень с виду кошмар, выхлоп угар, кинул гроша в ладони, представился так: я сталевар. Как-то странно. Ты мне не веришь, сам посуди. Вот мои руки трясутся, смотри. Волосы дыбом в глазах моих врат. Это не просто так. Его мысли как полустыни, он горячий, как лето бурит. У него есть магический дар, и он никакой не Будда. Он Сталевар. Пожалуйста, побольше. Металлург! Облог на блог, дышать нечем. Заснула, наконец, стрела. Металлург, дышать нечем. Облог на блог. Облог на блог.
«Оглох наглухо». Такая песня в утрехте прозвучала. Удивительно. Следующая песня. Сейчас Валя опять поменяет инструмент. Это одна из новых вещей. Называется она «Великолепная». Сейчас немножечко. Вообще я хочу представить, значит, музыкантов, которые здесь присутствуют. Значит, Валя, она же Валентина Яковлева, виолончель, Михаил Лукьянов, ударная, ну и я, Сергей Незовут, лидер. Зачинщик. Зачинщик. Итак, великолепно. Великолепная.
немножечко, одну-две минуты, маленькая передышечка, мы немножко подстроимся чуть-чуть, немножечко. Следующая песня.
Называется, есть такая трава, она везде растет, наверное, и в Голландии растет. Называется она чертополох. Конечно, они говорят, не марихуана. Чертополох — это такая русская марихуана, которую как бы не курят, но вот... Она, с неба отвесила. Да, с неба отвесила. Вот, ну, такая шуточная, полушуточная песня называется «Чертополох». Следующая песня называется «Раскрути меня, раскрутай». А чему это смущено, Вита? А вот, как бы, это тоже такая история, даже не история, наверное, а просто, ну, сказать, как каждый музыкант вообще в себе, ну, мечтает раскрутиться. И вот есть такое существо, это раскрутарь, кто их раскручивает, то есть делает им концерты, всякое. Да, в общем-то, это продюсер, вот, но... Мы назвали его «Раскрутай». Ну, как бы, шутки ради. Подожди. Ну, у нас...
нехватка музыкантов, так что не надо. Туда-сюда, туда-сюда. Одному Мише хорошо, он сидит. Мне можно подумать, ты уже 10 скрипок схватил туда-обратно. Тебе вообще плохо. Кладези, такие города, как Челябинск, там, это огромные заводы на протяженности сотни километров. То есть они трубы. Ну, в общем, раз уж мы из России, мы об этом поем. Сталевровские козни. Thank you.
свобода имени Клары Цеткин. Хорошие парни, хорошие, хорошие парни. Маньячность один другого на кабалеткой ткнет, новограмки в дом, но тетю Катю прокатают. Это котни, сталеварские котни, строят друг другу ребята молодые на холмороке, а молодые кочегары завода и хорошие парни, хорошие, хорошие парни. Это котни, сталеварские котни, строят друг другу ребята молодые на колороге, а молодые пришла смена состава. Смена состава. Басист ушел. Так, басист уходит, приходит виолончелистка. Да, еще хотел сказать. У нас в зале продаются диски. Они лежат вот как раз вот с этой стойки. Как по... Это если я смотрю по правую руку. Можно приобрести. Да. Лена машет дисками, да. Ну вот я помахаю вот тоже. Что за песня-то? Так, уже три альбома вышло. Да. Так, а вышло. Всем привезли три. Привезли три. Просто разошлись. И по дороге, и раньше. Да вообще, как бы, ехать самолетом. У нас очень много инструментов, мы даже барабаны с собой привезли вот эти. Вот. И пришлось нам очень, конечно, в Шереметьево, представляете, история какая. Значит, люди в ужасе там, как бы, ну, а что вы везете? Она открывает, это что, ружье, что ли? Там, как, у нее такие... Железо, оно же было разобрано, и оно так лежит аккуратненько. Полный чемодан, огромный, железо вот этого всего дела. Она в ужасе так открывает, это что там, может люди секьюрити подошли, а Миша объясняет, это барабаны. Она смотрит, как дуло, как будто там какое-то там, в общем, шоу полное было. Вот, и все это приходится вести с собой очень тяжело, и поэтому еще если дисков вести, там, чемодан. В общем-то, если было больше народу, конечно, вы привезли больше всего, и музыка была бы более богаче, звучала. Втроем, так втроем. Мы таким составом еще не выступали, это впервые.
Но когда-то все нужно начинать, опять же. Следующая песня называется «Целина». Вот такое слово. Как у Шолохова. Понятно, целина. К Шолохову отношения не имеет. Целина, которая внутри нас у всех. Которую нужно пахать всю жизнь. Взращивать, вспахивать. Ну, давай на песню.
Мы хотим посвятить песню Амстердаму. И у нас есть такая песня в нашем репертуаре. Называется она «Зелень Чу». Ну, кто знает, что есть такой город Чу, Чуйская долина. Там очень такая крепкая трава растет. Вот, в общем-то, песня называется «Зелень Чу». Мы ее посвящаем Амстердаму. Мы там остановились, там живем у прекрасных людей, Марина и Иван. Вот. Спасибо, спасибо, Дим, спасибо вам. Дом, город, и
кипамская песня такая, называется она «Я сошлю себе рубаху из крапивного листа». Кто-нибудь, наверное, знает эту песню? «Я сошлю себе рубаху». Знаете, да? Отлично, значит, будем петь. А
Олег, раз, два. О, вот уже лучше. Вот. Так сразу. Вот. А следующая песня называется «Месяц просенец». Это месяц, как бы, январь вообще-то. Потому что в славянском календаре, в русском, всегда есть... То есть мы обычно называем как январь, февраль, март. А раньше месяца называли просенец, сечень, зимогор. То есть очень красиво. Мы как бы этому посвятили песню. И наша следующая композиция называется «Месяц просенец». Просто очень красивая песня. И вообще, все, вот эта ассоциация месяцев тоже очень красивая. Передохнем, а потом можно еще продолжить. Ну, буквально минут пять.
мы немножко хоть водички выпьем или покурим, не знаю. Хорошо? Солнце по левую руку, по правую
Шабашить. И как бы даже такая профессия появилась, так и называется она. Шабашник. Пять семена инструмента.
целый год напролет наше дело шар. Наша жизнь горша, еда лапша. А без ша тяжело, ни шиши, ни шиша, ночь поможет. Прилучило нас к этому слово ша. Ша-ша-ша-ша-ша-ша, шабашник я. Ша-ша-ша-ша-ша, шабашник я. Где чего подсобить, где кому подпадуть? Оу, я! Кой куда подогнать, кой чего подвернуть? Мамочка, ша-ша, шабашник я. А ты не плачь, мама, шам, я ушел на шар. Ша-ша, 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 шабашник я. Ша-ша, 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 шабашник я. Наше жизнь горша, еда лапша. По Таиланду бы бегал по водкой рикша. Делал все на шаг, да и стремился. Две провинциальные парижанки. Это тоже такой хит. Нас всегда ее все просят. Парижанок, кричат парижанок. Ну вот, в общем, сейчас она будет, эта песня. Поехали. И напишет им двойной портрет.
что знают все и даже духи. Мантовские, Вольтера и Любовь. И еще живой, но уж без ухо. Свой акцент допьет Винсент Ван Гог. Ван Гог! Свой акцент допьет Винсент Ван Гог. Ван Гог! Свой акцент допьет Винсент Ван Гог. Ну вот не знаю, что еще спеть. Что еще спеть? Какую песню? Надо подумать. Давайте на выходим. Чего, Маня, говоришь? Домой пойдем. А мы домой пойдем? Видишь, не хотят домой идти. Выбор это сам. Да, время родительское, домой идти. Давай! Мы сейчас подумаем. Вот какую песню спеть? Грустную или веселую? Или что там между тем и тем? Вот мы сейчас между собой советуемся. Что там? Не нашим, не вашим. Между тем и тем. А вы имеете в виду не своего, что ли? Нет, почему? И своего. Мы только свои песни поем. Очень редко. В ресторане, правда, бывает. Ну это не ресторан. Было долго, неправда. Чего неправда, очень даже правда. Меня там не было. Да вот сейчас решу. Решайте. Правда, мы ее в таком составе никогда вообще не играли, даже не репетировали. Но мы попробуем ее сыграть. Называется она «Оттай, дед Мазай, оттай, прилетай к нам, скорее прилетай». Ну, это когда весна приходит у нас в России, все же замерзает. Сначала зима суровая, морозная, не как здесь, наверное, в Голландии. Вот. И когда ледоход идет, рыбаки, это у нас стихийное бедствие. Их спасают, спасатели. И, в общем, об этом песня. Зайцы. Да, они как зайцы, их спасают. В общем, давай. Да. Песня. Зайцы. Про зайцев. Песня про зайцев, да. В всем осеннем лесу, где трепещет осенняя, у поганых болот. Да ладно, вам тихо. Thank you.
А в лесу муравьи, кто куда бегут в простую. А зайчата, как дети, Массаж же прилетит.